Vityazu. Вот центр. Гавло бросок. Отскок прямо к Даудовичу. Но не успел сориентироваться и бросит Каспарс. Теперь Лотер за Махрилова. Бросает Федоров. Отскок. Бросок. И красивейшее спасение Игоря Сапрыкина. Как здорово выловил эту шайбу. Переместился. И Зубов подъезжает. Говорит, большой ты красавец, Игорь. Это было здорово. Вот он, бросок, и вот она, повторная попытка. Ну, просто дернулся в невероятном прыжке. И ловушку вытянул.